торговля людьми имеет трансграничный характер. Иммигранты становятся особенно уязвимыми к этой проблеме. Поэтому одно из ключевых направлений нашей работы в Республике Беларусь – это противодействие торговле людьми. Мы работаем по принципу 4П. Первое П – это помощь, оказание помощи мигрантам. Мы реализуем программу по борьбе с торговлей людьми с сентября 2002 года. За это время с партнерскими общественными объединениями мы оказали помощь более 3800 пострадавших от трудовой и сексуальной эксплуатации, включая несовершеннолетних. Через сеть партнерских общественных объединений во всех регионах мы помогаем пострадавшим пройти реинтеграцию и успешно вернуться в общество после пережитого. Второе П – это превенция, профилактика по борьбе с торговлей людьми. Мы активно работаем на предупреждении трафикинга и проводим различные информационные кампании, продвигая безопасную миграцию. Мы также вовлекаем активную молодежь в борьбу с торговлей людьми, которая является нашим голосом в своих сообществах и регионах. Третье П направлено на преследование и криминализацию. МОМ помогает нашим национальным партнерам в гармонизации законодательства и укреплении потенциала в области борьбы с торговлей людьми. И четвертое П ориентировано на партнерство. Мы реализуем наши инициативы в партнерстве с различными ведомствами и общественными организациями, и даже с частными компаниями. И, конечно, при поддержке наших доноров. Ведь только вместе мы сможем победить такое зло, как торговля людьми.